Решим задачу. Кратко условие выписано на листе, а я его прочту полностью. Под действием силы сопротивления R, пропорциональной первой степени скорости, R равно BTV, тело массы M, подвешенное к пружине жесткости C, совершает затухающие колебания. Определить. Первое. Во сколько раз период затухающих колебаний T1 превосходит период незатухающих, то есть гармонических колебаний T, если отношение НК, равно 1/10. Но имеется в виду, что К квадрат равно С на М, Н, бета на 2М. И второе. Через какое число ню полных колебаний амплитуда уменьшится в 100 раз. Первый вопрос решаем. Период свободных гармонических колебаний T равен 2π, деленное на k. Период свободных затухающих колебаний T1 равен 2π на k1. Равен 2π на корень из k квадрат минус n квадрат. Следовательно, t1 так относится к t, 2π сокращается, как k относится квадрат n квадрат, или, деля на k, единица в числителе, а здесь корень из единицы минус n на k в квадрате. Таким образом, t1 равно t, деленное на корень из единицы минус n на k в квадрате. А n на k нам задано 1/10. Получим t1 t на корень из единицы минус 1/100. Это примерно будет равно 1,005 t, то есть период свободных затухающих колебаний на ничтожную величину, больше, чем период свободных гармонических колебаний. То, о чем мы уже раньше говорили, а здесь подтвердили это решением еще задачи. Второй вопрос. Надо найти число полных колебаний, после которых амплитуда уменьшится в 100 раз. Ню обозначим это число. Декремент Е равен минус nt первое. Декремент – это отношение амплитуд по истечении одного периода. А нам нужно через nu полных колебаний. И сказано, что амплитуда должна уменьшиться в 100 раз.
То есть очевидно тогда Е нужно множитель умножить на ню, то есть декремент возвести в степень ню, ню на nt первое. И по условию это должно равняться 1/100. 1/100. Или е в степени ню nt первое равны обратной величины. Равно 100. Логарифмируем ню на nt первое будет равняться натуральному логарифму 100. Смотрим в таблицу 4,61. Отсюда ню будет равно 4,61 разделить на nt первое. t первое, напомним, равно 2π, деленное на корень квадратный, k квадрат минус n квадрат. Подставим это значение, получим ню, искомое число полных колебаний. 4,61. Корень из k квадрат минус n квадрат на 2πn. И далее ню в числителе 4,61, корень из k квадрат или k на n, что тоже в квадрате, минус 1. Разделили на n. Числитель и знаменатель. А здесь 2π тогда. И получим 4,61 корень. А nk равно 1/10. А как n равно 10? Значит, будет в квадрате 100 минус 1. А здесь будет 2π, 6,28. И мы получим примерно 7,5. Таким образом, через 7,5 полных колебаний амплитуда уменьшится в 100 раз. Это вторая часть задачи. Также еще раз подтверждает вывод, который мы сделали, что сопротивление даже малое, nk равно 1/10, интенсивно гасит колебания.